15 декабря наша группа из 7 прекрасных волонтеров поехала в Рязань. Пять девочек и два мальчика были готовы тут же браться за лопаты и расчищать парки Рязани. Но за ночь до поездки узнали, что по факту это будет дипломатическая миссия и ручная работа от нас не требуется. Все были, я думаю, очень рады, потому что мы ехали просто на экскурсию и на плодотворное общение, которое, конечно, состоялось. Мы познакомились с Александрой Викторовной Перехватовой, главой архива Рязанской области. Это удивительный человек, потому что в свои 69 лет она энергичнее большинства людей, которых я знаю моего возраста. Человек, который стремится сделать все, чтобы автоматизировать архивное дело, для того, чтобы внести новое. Она горит, и она всецело посвящает себя своей профессии. Дало не менее плодотворное общение с замечательной девушкой Линарой, которая занимает пост в главном волонтерском корпусе Рязанской области. Чем еще мы похожи с рязанцами, так это тем, что у них есть свой ВДНХ. Нас водили вот как раз в этот парк. Там очень красивые исторические здания, исторические торговые ряды. Мы насладились, воистину насладились, и услышали от Линары много интересного про эти места и про перспективы их развития.